Ну, как определить русского человека, знаете как? Как? Вот везде, за рубежом. Ну, сразу же понятно, интересно. Русский. Недовольные лица. Сразу недовольны, все плохо. All inclusive, говно. Все очень плохо. All inclusive, Меня один раз только приняли за американца. Я широко улыбался, да, но один раз. Вот. А понимаете, когда мы вот это искореним из себя, а все надо? Плохо. Надо, может, это, в этом, может, что-то есть, какая-то сермяга, нету, да? Нет. Вообще, конечно, очень много черт, которые я считаю, что надо искоренять. Угу. Например, сказка по щучьему велению. Сказки искоренять. Смотрите, так. Лежит человек на печи и говорит, сейчас придет какая-то рыба, и все решит проблемы. Вообще-то, сейчас это разговор вообще на отдельные 24 минуты сейчас начался. 24 минуты закончилось, я прошу. Но я против того, чтобы убирали такие мультфильмы, как «Ну, погоди». Нет, это все, это я все понял. Но по щучьему велению, пускай останется русским эпосом, только лишь. Я даже не поговорил про то, что вы кота играли. Да. Я, кстати, не упомянул глухаря ни разу. Не упомянул глухаря. Вы уже стали мне близким человеком. Хотя, вы знаете, вы понимаете, в чем дело. Я ведь на самом деле, меня же не парит это. Почему-то люди боятся мне задать этот вопрос. Но дело в том, что я же очень люблю эту роль. Ну, вообще, у меня такое впечатление, что вас вообще ничего не парит. Или парит все, и вы вот умелый... Да, меня парит, знаете, когда я вижу невежество в профессии. Вот это меня парит. Вот тут я начинаю нервничать, потому что я не могу. Представьте себе, рядом со мной находится, который с температурой, и кто-то сидит так хладнокровно. Я знаю, что в новом телевизионном сезоне вы у нас на канале появитесь в проекте «Театр. Избранная». Вот, и уверен, что там не будет никакого невежества, в том числе и в исполнении, поскольку знаю тех людей, которые эти проекты занимаются. Ну, про вас речи нет. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».